24 марта 2022 года в поселке Черноморском состоялась открытая сессия Совета городского поселения. С докладом о проделанной администрации работе за прошлый год выступил глава поселения Владимир Жигулин. К исполнению должностных обязанностей он приступил осенью прошлого года. На 21 год Советом Черноморского городского поселения был принят бюджет по доходам в объеме 268 миллионов 656 тысяч рублей. За 12 месяцев 2021 года бюджет поселения исполнен по доходам в сумме 252 миллиона 401 тысячи рублей. Председатель местного совета Николай Воденицкий доложил о проделанной народными избранниками работе. После докладов у жителей появилась возможность задать вопросы выступавшим. В данный момент, сегодня, в магазине «Радуга» килограмм сахара стоит 100 рублей. У нас созданы рабочие группы, которые мониторят ситуацию как по всем населенным пунктам, так и в районе, районная группа. Поэтому по «Радуге» мы завтра обязательно выйдем, посмотрим их ценовую категорию. Проблем в поселке Черноморском много. Среди них по-настоящему наболевшими являются работа коммунальных служб, а также водоснабжение и отопление. Эти вопросы в поселке не решались много лет. Чтобы освоить этот огромный пласт работы, местной администрации стоит объединиться с депутатами и районной властью. Вопросы, которые наболевшие, и они не решаются уже несколько лет подряд. Но они не решаются не потому, что их не хотят решать, а потому что эти вопросы требуют длительного времени для решения. Я только за, чтобы помогать и поселению, и вам, и депутатам.